В семье можно сказать, что мы любим этот праздник, у нас она большая. Да, нам очень понравилось. Девчонки, не отрывая глаз, смотрели на выступление и хотели бы отметить высокий уровень организации, качественно, весело, с азартом проведенное мероприятие. И хотелось бы побольше, наверное. Да, таких. И очень приятно, что прямо выйдя из дома, можно поучаствовать в таком празднике. Семья – это главная ценность вообще в нашей жизни. И о том, что нужно любить друг друга и беречь нашу семью, наших малышей. Праздники просто потрясающие, актеры. Смотрите, деткам какой аквагрим классный. Понравился аквагрим? Да. Да. Очень здорово, что вот, во-первых, очень приятно, что вот в этих домах, в этом прекрасном дворе, в этом замечательном комплексе такие интересные, зрелищные, прекрасные такие праздники вы устраиваете. То, что приезжает театр, то, что... Вообще, мне это приятно особенно, потому что я сам человек театральный. Я живу в этом доме, при этом я театральный художник, я работаю в разных театрах. Вот. И вот когда я вижу такое, становится вообще здорово, и жизнь как-то наполняется какими-то новыми ощущениями. Вообще, такое движение, оно очень необходимо. Вот эти новые, замечательные, красивые дома и вот эти прекрасные жители, которые совершенно разные, да? Вот разных национальностей, разных культур, и при этом вот как-то все вместе мы объединяемся и становимся каким-то общим, единым, каким-то общим народом. Я бы хотел пожелать, чтобы соседи были, естественно, как бы больше радовались и улыбались, чтобы они как-то дружелюбно друг к другу относились, дружелюбно и при этом очень бережно вот к этому всему, вот к этой, вот этой красоте, в которой мы живем. Чтобы мы ее как-то приумножали, берегли и, в общем, за собой убирали, да, здоровались, улыбались друг другу. Вот, собственно, и все. И чаще встречались. И чаще встречались, конечно. Встречались, общались, устраивали какие-то праздники совместные, общие. Вот здесь, вот в этом прекрасном месте. Нам очень понравилось. Мы посмотрели это представление в
концерну «Крост» огромное спасибо. Побольше бы таких праздников для детей. Выбирали бы такую же солнечную, ясную погоду. Вот. Как вы видите, здесь огромное количество не только детей, но и взрослых, которым тоже оказалось сегодня очень интересно. Вот, поэтому мы обязательно придем еще раз. Концерну «Крост» побольше бы бюджетов и праздников таких практически каждую неделю. Спасибо. Актеры тоже были прикольные, смешные были. Моя мама в первый раз пришла сюда. Ну, вам всем понравилось? Да, мне понравилось. Всей семьей. Всей семьей понравилось, да. Было очень интересно, когда я увидела сразу из окна мой дом там, и я сразу увидела, оделась и спустилась вниз с мамой и братом.